Всем привет! Сегодня мы расскажем. Традиционный, мой любимый золотой петушок. Я слышал, живой на сковородке. Так, ну мы знаем, какой знаний. Золотой петушок. Традиционный. Не совсем. Знаете, из мяса цыпленка, то есть он кулинария из мяса птицы, углубленно замороженная. Так, следующий. Что раскрыто? Со сыром, куриный, кунжутом, немного пейзанажа. Сиськи. Что на себя? Надо со сыром, куриные и положите. Маленький золотой петушок, твоя любимая из мяса цыпленка традиционно. Так, будем открывать. Взяла. Это из мяса цыпленка традиционный золотой петушок. Так, мы его только пожарим. Ну вот так, пожарим. Ну что, и пожарим. Так. Откажу. Так. Пять. И потом шесть. Вот такой. Твой любимый. Вот, все, мне нравится, и какой-то. Ну, все приятно. Вау, вот так.